Сначала проигрывали 2-0, потом решили собраться, собрались, дожали до конца, выиграли 3-2. Ну, я поздравляю всех с победой, спасибо команде Леку за достойную игру. А могли бы, ну, выше место занять, как ты думаешь, второе, первое? Могли бы побороться, но команда Калинина оказалась сильнее нас, и поэтому мы и настроились, и решили сыграть достойно за третье место и выиграли третье место. Я вас еще раз поздравляю, молодцы. Спасибо. Давайте, удачи.